энергии, важны ли в жизни энергии. Энергии очень важны, энергетикой очень важно заниматься, и чистить свою энергию периодически очень-очень важно. Так называемые хард-скиллы – это вот эти жесткие, тогда, когда ты и умеешь что-то делать твердое. Там есть какой-то навык, ты как мастер что-то можешь делать. Это очень сильно важно, без твердого не бывает мягкого. Есть софт-скиллы. Софт – это… Мягкие скиллы – это что-то вроде там интеллект, навыки интеллектуальные, это образование. Прям софт-софт – это вот энергетика. Это то, чего не видно. Для человека, да, это важно, потому что разрушение может начаться и с этой стороны тоже. То есть тебя можно жестко разрушить, да, каким-то там, допустим, глаз дать, а можно внести корректировки в твое биополе. И тогда человек будет себя плохо чувствовать, будет болеть голова, слабость, будет усталость и так далее. Пойдете в больницу, и в больнице все будет хорошо. Можно работать со своей энергетикой через хард-скиллы, это типа через спорт. И тогда твоя энергетика будет повышаться. Но самое интересное то, что когда тебя разрушают со стороны энергетики, то тебе не помогает спорт, потому что ты им тупо не можешь заниматься, тебе тупо лень, ты не можешь, ты занимаешься, тебе хуже и хуже и хуже от этого. Да? Все предприниматели, властимущие, там, я не знаю, министры, замминистры, аппарат президента, в какой-то момент, в общем, любой успешный человек приходит к тому, что чего-то не хватает, энергии не хватает. И он не понимает, где ее набирать, потому что раньше купил Rolls-Royce, у тебя энергия поднялась. Купил там еще что-то, еще энергия поднялась. Но в какой-то момент это перестает работать. Это очень странно, но это перестает работать, и тогда человеку очень важно уже выстраивать свою энергетику так, чтобы была подпитка там от каких-то иных источников. Очень высокий источник энергии – это любовь и благодарность. Дело в том, что люди, которые ушли сильно в хард, чаще всего не сильны в софте. Они не сильны в любви и благодарности. Конечно, новая когорта предпринимателей, которые уже молодые, они уже понимают, что благодарность и любовь, она очень важна. И на предприятии, если вы заметили, где управляют молодые люди, там более дружественная атмосфера. В предприятиях, где там руководитель 60+, там всегда какой-то хард, да, там жестко, там отчеты, да, это давай, упал, отжался, твое мнение не важно. Я бы рекомендовал всем, кто чувствует себя уставшим, разбитым, обратить внимание именно на энергетику. Я сейчас дам вещи, которые, наверное, может и не стоят, но, в общем, я поделюсь с тобой. Как можно накачаться энергией? Закрываешь глаза, делаешь глубокий вдох и визуализируешь над собой такую, как будто воронка от головы вот так идет. И на тебя как будто сыпется золотой такой песочек. Ты через темя делаешь глубокий вдох и засыпаешь этот песок себе в тело на выдохе. Сюда, опять. И так заполняешь все свое тело до макушки этим золотым песком. После ты начинаешь заполнять ауру вокруг. Аура – это где-то примерно от полуметра до полутора вокруг тебя, как яйцо такое. И ты начинаешь эту ауру тоже заполнять песочком. Это самостоятельная работа каждое утро или каждый вечер. Это даст тебе то, чтобы ты наполнялся энергией. Это что-то вроде праны. Наполнялся энергией. Это будет своеобразная такая защита, потому что тебе невозможно будет ее пробить. Даже если ты где-то пробит, то ты заполнишь этим золотым песочком свою ауру, и ты будешь защищен. Я не знаю, зайдет тебе это или не зайдет, но это прям рабочая штука, можете попробовать. День проходит совершенно иначе.